По заявлению Российского союза автостраховщиков, новые бланки ОСАГО вводятся для того, чтобы вытеснить с рынка поддельные. По оценкам там организации защиты прав страхователей, число фальшивых полисов или число людей, которые не пользуются полисами ОСАГО, оно сейчас до 15% автомобилистов. Сегодня стоимость настоящего полиса ОСАГО начинается от 6 тысяч рублей, а поддельный можно купить за 500. Но если произошло ДТП и у виновника окажется фальшивый документ, пострадавший не получит страховых выплат. Если есть полис КАСС, конечно, проблем никаких у него не возникает. А если у него только полис ОСАГО, то, как и раньше, до введения закона в силу, то есть в судебном порядке требует с виновника ДТП денежное возмещение. Других вариантов у него нет. Но вообще, конечно, да, это проблемно. Вот, если человек покупает поддельный полис, наверное, он все-таки заведомо идет на то, что он не собирается, или нет у него денег, или не собирается просто там платить за ущерб, который он может причинить. У меня в руках два бланка полисов ОСАГО. Вот это старый и вот это новый. Они абсолютно одинаковы по своему содержимому и принципиально отличаются по степени защиты. Новый бланк обладает металлизированной лентой. Примерно такие же используются при изготовлении денег. На бумаге, на просвет мы можем увидеть водяные знаки. Автомобиль и символ РСА. С 1 октября эти бланки полисов ОСАГО пойдут в продажу. Говорят, что как минимум 2 года их не смогут подделать. Впрочем, эксперты сомневаются в том, что поддельные бланки так легко победить. Фальшивки печатались на фабриках Украины, Молдовы и Китая. Будет спрос, появится предложение. У населения реальный доход снижается. У нас в Самаре где-то с весны, с мая 2016 года почти все страховые компании вернулись к практике навязывания полисов. И это удорожание минимум на 1000 рублей. Доходит до 6000 рублей в Самаре. Удорожание полиса ОСАГО. Поэтому сама основа для того, чтобы люди использовали фальшивые полисы, осталась. Отметим, что полисы ОСАГО на старых бланках действуют до конца их срока. Между тем, с 1 января страховщики будут обязаны продавать электронный полис. Его будут распечатывать на принтере, а проверять подлинность по номеру в базе данных РСА.